Опишите уходящий год одним словом. Сложный. Ничего хорошего. Да не очень хороший. Сложный, тяжелый, война. Очень грустный год. Ну, других слов нет. Опишите уходящий год одним словом. Отлично. Вот, нормальный. Нормальный. Да. Заебись. Прекрасно. Прекрасно. Но главное, не болели. Нормальный. Нормальный. Да, вполне. Ну, мне не очень этот год. Не понравился? Нет, не понравился. Ну, а как год-то описали бы? Нормальный год, в принципе. В этом году у меня все хорошо. Я с похмелья, и мне очень сильно плохо. Нормально живем, а что пенсии приносит, своевременно получаем. От пенсии до пенсии доживаем. Чувак, это Ревчик. Своевременно получаем. Да. От пенсии до пенсии доживаем. Вот. Своевременно получаем. Да. От пенсии до пенсии доживаем. Угу. А что пожелаете россиянам в новом году? Ну, всего хорошего. Главное, здоровья, чтобы было у всех. Чтобы быстрее Путин ушел.